Труппа Алтайского государственного музыкального театра сейчас находится в Южной Корее, где принимает участие в 12-м международном музыкальном фестивале. Наших артистов пригласили туда сразу после подобного мероприятия, которое в прошлом году проходило в Турции. В этом году 24 участника из 8 стран. Это Чехия, Великобритания, Тайвань, Китай, Казахстан, Россия. Вот мы единственные участники от России в этом году. Покорять сцену южнокорейского тэгу планируют с мюзиклом «Ромео и Джульетта». Именно он в году минувшем просто растопил сердца турецкой публики. Каждый спектакль проходил с аншлагом, билеты раскупали, как горячие пирожки. В течение года артисты музыкального театра оттачивали мастерство для показа мюзикла в Южной Корее. Всего запланировано 5 спектаклей.